Всем салют, бонжур, здравствуйте, пожалуйста, с вами Итакси и Филиппин. Доброго времени суток, всем доброго негра. Ну что, сегодня играем в GTA 5, и сегодня у нас есть специальный гость, наш подписчик Олег. Да, здравствуйте, всем привет. Вот, короче, у нас он нам дал миссию такую на наркодельце ЛС. Очень насыщенную, я бы сказал, так, так что... у нас тачка только одна, как я вижу, и двухдверная. Ну что, на... а может... вон едет, едет, стоп, стоп! Сейчас. Тормознул, тормознул с чистым. Как всегда, в общем. Ага, давай так. Тогда. ТП опять. А, сали на тачку. Я там, значит, задним ходом ее хотел остановить по тактике, ну ладно. Вот это она рвет, вот это красивая машина. Подожди, подожди, Леха, не отвлекайся, смотрите, нападите на наркодельцев. Ну что, едем сначала? Да, 228, плохая такая часть жизни. 228, папиросим. Так что сегодня мы, здоровый образ жизни, Миша Маваши, мы идем бить наркоманов. Правильно? Вы ведь да? Только за... я вот только за. Это, извините, прерву, но у нас всего лишь две жизни на банду, поэтому, скорее всего, даже не получится пройти с первого раза миссию. Ну, у кошек обычно 9. Вот смотрите, сейчас залезайте вот тут сверху. Я безопас. Ты уже знаешь все такие, да, это заговорные места. Да, у нас есть человек, который разбирается во всем этом, то есть мы, не, как мне кажется, не лоханемся так. А у меня фейл в том, что я патронов не купил. У тебя вообще оружия нету? Пистолет есть, почему? Ну так, да, ну, вроде все, там никого нету. Да, какие-то... Драй деньги, как еврей! Это деньги, что ли? С бомжей. Нифига себе, два косаря почти. Вон оружие, подбери с них. Да это пистолеты, что они могут? А, оп, подожди, стоп. Оружие, там сейчас перестрелочка еще раз будет. А, мне надо поменять оружие просто. Ой, а я что-то это... Так, опа. Нифига, ты что такое делаешь? Ну-ка, ну, на карте две машины. У тебя вооружение от бога просто. Мы как бомжи. Ты же что это за липучка на стене? Она взорвется же скоро. Липучка, да, лучше уйти оттуда. Так. Ну, блин, ну, почти. Давай, да просто сядем и уедем. Да нет, так лучше просто. А, ну да, давайте разберитесь, а я тут как бы в роли водителя сегодня. Так ты едь, падла! Ох, ты ее уже. Все. Все чисто, можно. Очистили путь. Так. Нормально. О, вообще просто. Пафос, ля-ля-ля. Лишь бы я тебя не сбил просто. Так, можно жать, можно ехать. Мы настоящая банда. Я прям чувствую, какие у меня стальные яйца. 2 километра и 70 метров. Ты так рискованно едешь, я что-то, знаешь, очкую за Олега, а то он ведь реально сейчас сдохнет, считай, чисто жизнь. Ударился об этот, как она, об знак дорожный. Или там бомж, знаешь, бежит, кинулся и его сбросило, как бы. Наркодельцы ЛС. Так, по карте нормально вроде все. Дорога прямая нас ждет. Дорога, дорога, ой, дорога. Ой, ёпта. Как посреди огней вечера. Какой левел? 84-й. Вот, ребята, вот. Нормальный человек, который не просто так играет, а качается, между прочим. Вот еще Атакса. На стероидах я... Катается, всех бомжами. Да я просто дрищ, ничего мне, я не качаюсь. Зачем мне это надо отправить из склада? Вот мы что-то заговорились. Тут справа вот дорога есть, на нее надо ехать. Дорога, как посреди огней вечерних и гудков машин. Ой, вот это. Мчится тихий огонек моей души. Ну какой ты правильный, какой ты правильный. Педантичность и свобода ведь заключается не в том, чтобы нарушать правила, а в том, чтобы их соблюдать, ты же это знаешь. Или не знаешь? Да. Правила демократии. Да всем нас. Вот тут уже остановиться там. Так, о, давай. 3 биота лета! А нас сколько? Да, пацаны, как. Они там такие стоят, подожди, тихо. Дайте. Как оружие-то поменять там? Вот у меня есть несколько видов оружия. Какой кнопочкой? Так. Left 1, да? И потом правым грибочком. Грибочек? Ну. Что-то типа этого. Так, ну что, я тут начал. Ничего не меняется. Они сами начали нападать. Давайте тогда все. Будьте бдительны. Нет, то, что у меня есть два вида, есть один карабин, а есть другой. Стрелочками, да. Выбирай тип оружия, который ты хочешь взять, да, и там стрелочкой. Да. Так. Что вы мне лохуете? Разберитесь пока. Да ты че? Какой-то я нуб. Какими стрелочками? Ёпта! Так, у меня что-то мало жизни, мало жизни! Так, главное сейчас не... Зачем я сел в машину так? Я же говорю, это типичный Лёха, который... О, как-то. Да подожди, вот все. Я сел в укрытие. Знаешь, заварушка такая... Стрелочку в какую сторону нажимать? А? Я нажимаю стрелочку, а там ничего. О, там еще машина подъехала. Сзади тачка. О, две машины. Ого. А, вот. Тяжелый. Блин, Лёха, сзади тебя тачка.
Будь аккуратнее. Оказывается, у меня ничего нету. Вот почему. Нифига, взрывы Голливуда, немножко мы тут припадали. Так, тихо-тихо, я им газ-баллон, газ-баллон кину туда, газ-баллон. У меня есть газ-баллон. Там надо взломать систему. Ай, убивают, убивают! Надо, чтобы кто-то... Ого! Чё-то... Так, я могу в роли отвлекающего или кого-нибудь такого. Ну это чисто типичное суждение. Первым убирает негр. Ну я не негр. Тихо-тихо, там какой-то агрессивный сзади. Нихера, они там идут. Так. Давайте, кто-то взламывает и кто-то прикрывает. Ну ты чё? Я сижу в укрытии, ты берешь меня, сталкиваешься с укрытием. Они откуда-то, они шлются там, их засылают к нам. Давай уже стартуем, короче, как я понял, пока, если мы будем сидеть на месте, то есть это нифига не даст. Они снова будут приезжать каждый раз. Оружие нужно. Олег, давай тогда прикрывай, я сейчас постараюсь как-то. Сколько денег, доллары, какая-то наркота. Доллары. Дорога. А, вон оно какое у меня оружие появилось. Отлично, все, я могу с них, я с них лутать могу, все. Так, я отвлекаюсь тут от вас немножко, я не в теме. Так, ну что, давай, я бегу к роуту. Давай. Аптечку подберу. В Battlefield там запусти и все. Такие дела, так. Вот у меня уже. Я патронов все набрал, отлично. Фидексовская тачка. Блин, а я взламывать-то не умею ведь. Ну ты хакер, не дорожь. Так, ладно. Тут, знаешь, чисто пособие для нищего. Ты еще причем у меня не за компьютером, а просто штукатурка у меня. Мой компьютер, щелкните на внешнее устройство и нажмите кнопочку Hack Connect. А, да вы вот такой... О, тихо. Из них что-то вылазит из этих, да, ящиков? Так, я не могу быстро так это... О, а тут если я сейчас не успею это сделать... А, ничего страшного, заново. Так, блин, я не могу, тут вообще... Да там легко, просто буква идет, как бы нажимаешь. Нет, там сначала цифры надо. Там какие-то цифры, буквы. Вообще просто безобразие какое-то. 70, надо искать 70. Вагас? 70. Это обоссанное число, которое сейчас будет на протяжении всей серии звучать. Вот, я видел уже 70, блин. В какой-то периодичности будет попадаться то же самое значение, как и сейчас. Отлично, я пока буду заниматься другим делом, пока Филиппин ничего не видит и нагнулся передо мной. Так, да тут шоу интуиция обоссанная, ё-моё. 70-22. Он сталкивается потихоньку, он у меня уже совсем не за компьютером, а просто штукатурку. Знал бы ты, что ты делаешь. Ну давай ты попробуй. Давай я. Как это так. Очень сложно усадить, буквально 2 секунды там, и все меняется опять значение. Так, взломайте банкомат, так, откройте мой компьютер, открываем, еще попади на этот мой компьютер. Так, внешнее устройство пока прикрывайте, Джей. Да мы тут, знаешь, так уже зашикаемся с трупами. Внешнее устройство, Hack Connect, да. Да, и так, сейчас почувствую радость. Взломайте ноутбук, так, а еще как, что нажимать? А чё, как? Вот ты должен, короче, быстро успеть углядеть, так сказать, значение эти и нажать. Чё? 40-80-80-20. Где? Стоп, подожди! Это что? Это какая-то хрень вообще, 80-20? Да вообще нереально, я тебе говорю. Нет, подожди, я вообще ничего не понимаю. 80-20-94. Вот смотри, вот это число, да, набор цифр. Ты должен углядеть это по вертикали и горизонтали. И быстро еще, тем более за 2 секунды, это найти дерьмо и еще нажать на кнопочку. Вот я так что, вообще, видишь, как это все не просто-то, а? Я просто туплю жестко, так. Ну, я чисто сам тупил. 50 секунд. Так. А, все, понял, где оно, вот оно, тут будет. Слышь, Олег, тебя не смущает то, что он как-то стоит от компа слишком далеко? Ты так же стоял. 80-20, ну тут же было, где? Я пока скриншотик забабахаю. Ну чё, не получилось? Нет. Так, Олег, давай ты уже. Давайте я попробую, давай. Все по чесноку. Ты уже тем более проходил эту миссию, знаешь, как это сделать. Я и не прошел. А, не прошел тоже. До конца. Вот он у нас за компьютером, значит, он что-то сделает. Смотри, он так еще делает. Вот, он еще к компьютеру нормально встал хотя бы. Тогда уж точно должно быть все шикарно. Ну я вот это двину, давай. Первую цифру нашел. Ну-ка, стань Леха поближе. Я сейчас скринчик сделать хочу. Давай. Джага. Попробуй джага. Так, сейчас тебе осталось букву только. А, еще букву? Нифига, ты уже до буквы дошел. Я мы только цифры. Аптечка, смотри, есть. Да, я взял ее.
Так, еще чуть-чуть. Тачка, так. тачку сразу, давай возьму тачку. Так, все, давай я сломал. Давай я за руль. Я же водитель. Ты уже водил, еще нет. Тогда я буду водить еще. Так, все, я юный хакер. Все, господа, прошу сесть в транспорт. К ангару. Я буду так, на... езжай в аэропорт. Я буду отвлекающим тачкой, чтобы на меня огонь шел. Быстрее, уезжай. Все, жмем. Я опять отделился, ну... Да стой, я вот с тобой, Лёха, вижу тебя, я за тобой еду. Так, ты отлично. Лучше это, сверни просто сразу, чтобы сократить, так сказать, путь, потому что нафига тебе объезжать код, еще GPS ставил. А, ну я вижу, как вы там свернули. Да, ну мы-то у нас Subaru Impreza прокачаны. Ты бы видел, как тут что произошло. Да. Хереть. Все, давай, го уже туда быстренько сгоняем. Сколько... Куда ползешь, сука, крыса рыжая? Угу, крыса пакетная, ёпта. Ну и болото навозное. Ой, рыба навозная, болото. Оп, стреляют, сука. GSM убили! Я тебе говорил, лучше бы ты ехал в одной машине вместе с нами. Отбиваться от стада не самое лучшее мнение действия. Мнение так, действия? Да, вот, я лучше тебя подберу, давай, не против? Уважаем. Давай, попробуем. Я буду у старого дома, у старой хибары хижин. И, короче, тебе расскажу такую историю. Был маленький мальчик, да, короче. Они что-то шуршали, он говорит, куда ты спрятал мячик? Он говорит, у старой хижины. Идем смотреть, что за старая хижина. Там, блядь, три доски, нахер, сука. Мы на них смотрим, а эти три доски, как, сука, как по сценарию фильма, наебнулись сразу же. Все валяемся на земле, от смеха просто пузо рвется, просто, я не знаю. У старой хижины, да, дядя Тома, сука, приходишь, там три доски, блядь, они старая хижина, ну почти буквально, там реально как бы старая хижина. И она вся наебнулась, короче, как мы посмотрели на эту старую хижину. И мячик выкатился, это самая лучшая true story вообще. Так, а пока мы едем к ангару. Мы в аэропорт сейчас едем. Кангар. Ёпта, что за дерьмо? Подставной. Подстава, да, как он? Ты чё, не творят, все снес, сука, три! Как это специально. Комбо, ёпта, это комбо. Страйк. Ягуар. Молочный напиток. Ну, страйк это энергетический напиток алкогольный. Да? А ягуар тоже. А еще есть другие страйки, но на самом деле я имел в виду автомобиль Ягуар, гитару Ягуар, Фендер. Ни о каком алкогольном напитке речи не шло, и страйк это. А, вы не подумайте. Еще животное есть такое. Counter-Strike, да, животное есть. Как Филиппину, тоже животное, сука. Что? О. Как мы через стенку проехали? Я хз. Стоп! Какого хрена происходит? Что там? Я думал, это Титан, смотри, а это на самом деле просто. А это часть самого большого самолета в игре. Кстати, да. Ну, типа для пожарных тренировок. Когда у тебя бомбит, это пожар. Только близко не подъезжай к ангару. Воо! Вот, кикфлип просто! На 4 встал! Хач-трюкач, ёпта! Еще окон нету, знаешь, такая заниженная такая пацанская тачка. О, награда. Так, говоришь, близко не подъезжать лучше, да? Да, сейчас со снайперской винтовки всех снимем. Чё думаешь, ты хватит? Нет, чуть поближе еще. Скажешь, вот, вот так вот где-то. Так, так мы на самолетах полетим? Не знаю. Это... Вот, стой, там кокс можно взорвать. Поэтому так, лучше не рисковать. Все берем снайперскую. Чисто. Давайте каждый на мушку берет одного. Смотри, какая отличная картина Репина просто. Три нигера с рублёва картина просто, да. Ну у меня нет, у меня есть пистолет, например. Давай, я лезу. Я такой с фокалкой. Раз, два, три, погнали. Блин. Ни одного не попал. Это я уже случайно. Сполошились, бомжи-то, сполошились. Так, Лёха, ладно. Ты зачем? Ой, уйди оттуда. Так я хотел на айс. Маленький ребенок, который вечно мешается на серьезном деле. Опять вышел. Пацаны, это я мир, да. Я сейчас зашибаю. А, нет, у меня же ноль жизни, ёх, ты ебанутый. Ты это, лучше советы-то слушай, Олег. Сейчас мы тут всех выработаем, ёпта. Это типа мы их воздрюкнем. Mm-hmm. Так, ну чё, вроде горизонт чист. Mm-mm.
Там их внутри еще может быть много. Так, запускаем такс. Все, сейчас там всех оформим. Идиот просто. Что ты творишь? Укрытие уехало. Ой, я, кажется, сейчас умру. Там самолетики. Оп. Я просто их спалил, Стой. Живите, парни, ёп! Так. Ну все. Все, по-моему, это все. А, там еще наверху. Сейчас я кокс возьму. Пока возьмите по бокам вертолеты, сейчас надо будет вот эти бронемашины уничтожить. Давай. Сколько долларов? Лёха. Ебать, садись. Там денег. Товары, ты что? Еврей, подай мне немножко денег. Охереть. А, убивают, стоп! Да что, откуда ты, сука, там стреляешь? Крыса пакетная. Все. Осталось только разобраться с этим транспортом. Сейчас я его им спалю. Вон, наверху. Можно его там еще вертолет вражеский. Стоп. Коробки что, с амуницией? Да. Ну, по-моему, да. Стрельба откуда-то, подожди. Блин! О-о-о! Убили! Приехали! Там дохерища их! Мама! Садиться на вертолеты. Ну я пока посажу за вами. Мамочка! Я просто поскользнулся на лестнице. Ебаться в рот. Лестница! Ёпта. Ты мое оружие видел вообще, с чего я стреляю? Не знаю. Чё, я взяли бы вертолеты вон там по бокам. Так это, блин, Лёха меня заманил сюда в ангар. Да ты доллары, ты еврей, потому что. Это мои доллары. Я первый увидел. Вертолет летает. Еще вертушка, ну еще машина слева подъезжает, Лёха. Знаешь, что я сделаю? Подожди. Только суицид не оформляйте. Я, пожалуй, покину этот. Деньги. Вот и Житман. Житман. Воу. Вертолет! Убивают, хотят убить! Не взлетает, сука, убей! Хуй ты смотришь с ними долларами там? Зачем ты взял вообще самолет? Нам его надо взорвать. Да? Не, вертолет взорв... А, да, надо. Самолет-то. Я убил пилота. В общем, тут надо взорвать все, что и. Лёха, помоги, пожалуйста. Мне нечем взрывать, понимаешь, у меня оружие-то днищенское. Так, а ты помоги бомжей убить, говорю. Я уже как-то пилота вертолета оформил. Нам отлично. Только осталось буквально вот угандонить этих пацанов, оформить и все. Все. Так, уничтожьте машины банды. Еще едут, ёпта. Сука. Давай ты меня будешь прикрывать, я возьму... У меня не дотянет, давай как-нибудь это... Я не знаю, дотянет ли... Давай поближе, за следующую коробку. Да, во. За следующую коробку сяду. О, хорош, красавца. Так. Литл Бёрдик, бери. Да, сейчас я возьму. Я тоже возьму. Подожди. Побегай, бери второй как раз. Подожди, доллары, патроны. Вроде все чисто. Отлично. В натуре все чисто. Ну че? Ручки взяли. Последний контрольный. Все, можно взрывать, да? Подожди, стой, подожди, ракеты возьму, подожди. Подожди, да я хочу сам. Что это за педик? Не, слушай, это вообще шикарная миссия от души. Так, ликвидируйте поставщиков. Бомжи, оформляй. Ебать, там поставщиков-то. Он меня целится, слышал я. Смотрите, сколько машин тут вообще. Да, тут какая-то вообще заварушка нехилая. Самолет! Взрывай, Леха! Самолет улетает. What the fuck, где? Как целиться-то? У меня автоприцела нет. Все, готово. А тут автоприцел-то есть найти на ракеты? Да, автоматически. Слышь, все, работал. Я тащер где-то, ёпта. А, вон все разобрался. С нами работает тащер. Так, доберитесь до дома Мадраса. Ну чё, погнали, Лёха. Матраса. Осталось самое легкое. Блин, ну поскользнуться на лестнице. Это чисто фейл. Как всегда, первым умирает негр. Это норм. Причем самой нелепой смертью. Ну. По пути сейчас все буду взрывать нахер вообще. Аналогичная ситуация со мной происходит сейчас. Дед, сколько вообще дадут за эту такую экстравагантную миссию товаров? Увидим. В ближайшее время. Ну я 11 штук зарубил просто собирать чуваков деньги. Ёпта, нифига ты товаров поднял.
Да ну. Я еще. В прямом смысле я их поднял. Да. Я вот еще хотел эти коробочки опустошить из амуниции. Вдруг давось там и миниганчик вывалялся. Где бы хоть себе прихапал. Но нет, мазафака. Опять этот дом, что ли, негры, которые постоянно берет документы. Угу. Так, ладно. Йоп! О! Майдэй, комендаун. Так. Ладно, я припаркуюсь почти. Пилотирование на высшем уровне. От души просто. Как батька вышел. Как батька. Кто первый, Лёха? О, давай. Я, пожалуй, тебе отдам эту сложную задачу. Эту славу нигерскую. Подожди, сука. Готово. Эй, Матанас, выходи. Чё так мало? Оп, ты много дали. О, это мы с тобой. Да, чисто вдвоём. Знаешь, как будто ещё за одной мафиозной бандой стоит. Да. Шагами. They're fucking my money, come on. Раньше вообще давали вот за эту миссию по 20 тысяч. Так, у нас вот как раз эта кат-сцена прошла. Пройдено. Состояние пройдено. Сейчас посмотрим. GP16. 12500. Ну, что-то маловато. Ну, опыта, кстати, неплохо дали. Я даже прокачался до 45 уровня. Ну, чё? На этом, наверное, можно закончить серию. Как думаешь, Лёха? Да. Всем пока, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Да, и пока-пока.